У экс-президента Грузии Саакашвили выявили интоксикацию ртутью. В организме экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, отбывающего срок в тюрьме, выявили превышение показателей нормы по содержанию тяжелых металлов, в том числе ртути. Об этом сообщила его мать Гиули Аласания. Была ртуть, там, в заключении врачей, также перечисляется, что может вызвать определенный уровень ртути. Также есть барий, талий, заявила родственница. Мать Саакашвили подчеркнула, что каким образом вещества попали в организм бывшего грузинского лидера неизвестно, уточнив, что сам он не смог бы получить к ним доступ, так как находится в изоляции. По словам Аласании, интоксикация организма ее сына дает основания для его немедленного освобождения. 15 ноября адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе заявил, что у политика атрофированы мышцы левой руки. Он уточнил, что боли в руке у него начались еще несколько месяцев назад. Осенью 2021 года Саакашвили вернулся в Грузию после 8 лет эмиграции и сразу же был арестован. Его приговорили к 6 годам лишения свободы по делу об убийстве банкира и избиении депутата.